Анонс и точно дата выхода 11 и 12 серии нового сериала «Расколотые сны». 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 29 сентября. Напомним, по сюжету сериала жизнь близняшек Киры и Аделины полностью изменила гибель их родителей. После этого они попадают в детский дом, где задиристый характер Аделины приносит им немало проблем. Наконец, 15-летних девочек собрались удочерить. Но директор заведения, сразу не взлюбившая Аделину, решает отдать в приемную семью только Киру. Случайно подслушала этот разговор девушка, сестра налаживала любыми способами оказаться на месте Киры. Усыпив сестру, девушка уезжает из ненавистного приюта. Снова им пришлось встретиться только по прошествии 14 лет. Но их общение продлилось совсем недолго. Буквально через несколько дней Киру убивают, а Аделина намерена узнать, кто это сделал. Напомним, 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 29 сентября. Нравится сериал? Ищите выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.